Будут разъяснены вам статья 51 Конституции Российской Федерации. Я слушаю, я знаю. Сотрудник ГАИ выписывает водителю штраф за то, что его ребенок не пристегнут ремнем безопасности. В машине отсутствует удерживающее кресло. Мужчина негодует. Не было у меня такого. У меня пристегнутый ребенок. Перевозил ребенка до 7-летнего возраста без специального детского удерживающего устройства. Я подошел к транспортному средству. Ребенок держал ремень в руках. Не был пристегнут. Мужчине предстоит заплатить штраф 3000 рублей. Утро у этого папы водителя не задалось. Но в основном родители, которые привозят в детский сад малышей, правила дорожного движения соблюдают. При любом резком торможении ребенок может удариться, покалечиться. У нас два ребенка и два кресла удерживающих. Пользуемся, соблюдаем правила. Был бы третий ребенок, пришлось бы третий ставить. В этом году в ДТП пострадали 10 несовершеннолетних. Два ребенка находились в машинах без удерживающих устройств. С начала года на территории муниципального образования города Ноябрьск зарегистрировано 42 учетных ДТП, в которых 4 человека погибло и 9 ДТП, в которых 10 детей получили травмы различной степени тяжести. Рейд «Ребенок – главный пассажир» сегодня проходит рядом со всеми детскими садами города. Сотрудники ГАИ не только выявляют нарушителей. Они предупреждают водителей о том, что опасно перевозить детей без удерживающих устройств.